делаю обзор этого видео. Кабели. То есть там ничего снизу не подвезено. То есть можно биться. Так, лучше не трогай. Разберется. Все стало. И прошу внимания, дрозд обратно сюда. Вот это что-то слышно. Здесь тоже никаких, а вон еще берет. Все, достаточно. Да нет. То есть это источник зимы покажем. Как это аккумулятор? Однопазный. Вот они запускают бензогенератор и установку одну. В принципе, это устройство однофазное. Однофазное устройство. Вот такое же устройство, как и то. Только однофазное. То есть это тоже как бы маленький мини-помывочный образец такой. Мы сейчас попробуем его запустить от бензогенератора. То есть он в сети работает, может от бензогенератора. Давайте попробуем, включаем. Значит, вот бензиновый генератор мощностью 900 Вт. Значит, в качестве нагрузки... Лампа накаливания такая же, как там, мощностью 500 Вт. Единственное, что... Сейчас мы на выходе недостаточно напряжения получим. Напряжение будет вольт 160 на выходе. Но эффект усиления мощности будет виден по прибору, то есть можно увидеть. В принципе, напряжение можно добиться любого, применяя повышающий трансформатор или согласующий силовой трансформатор. У нас есть такая система. Вот я включаю. Значит, вот этот прибор измерительный. Значит, измерительный комплект К505. Значит, он измеряет параметры на входе. То есть вот с генератора идет шнур, провод, вот подключен. Значит, вот этот прибор, то есть они идентичны абсолютно. Значит, стоят одни и те же пределы измерения. Заметьте. Этот прибор показывает параметры на выходе. Как можно видеть, измеряется сила тока. Не торопись. Измеряется сила тока. Активная мощность в ваттах. И напряжение в вольтах. То же самое и здесь. То есть сила тока, ваты и напряжение. То есть мощность и напряжение. Вот как видно из показаний приборов, значит, мы можем судить, что значит, у нас ток почти в 3 раза больше. Да? Здесь вот стоит на делении 3 практически, да? Сел ток, 3 ампера. Вот. Здесь 6. С лишним. Мощность здесь стоит на делении 20. Там ток не 3 ампера. Там просто деление на 300. То есть 40 ватт, то есть надо умножать... А, даже не 40, а 2,5 на 300. Там 40 нужно умножать на 5, это будет 200 ватт. Так, это какой у нас коэффициент получается? Ну ладно, потом посчитаем, вы сейчас заснимете потом. Значит, здесь у нас 40,5, да? Ой, там 20, там, то есть на входе 100 ватт на 5, а на выходе 40,5, это 225 ватт.
Ну, напряжение вот здесь как бы понятно. Здесь в 2300, значит, предел шкалы в два раза надо умножать. Здесь 220, а здесь 80 на 2160. Ну, я... Измеряется сила тока. Не торопись. Измеряется сила тока. Активная мощность в ваттах. И напряжение в вольтах. То же самое здесь. То есть сила тока, ваты и напряжение. То есть мощность и напряжение. Вот как видно из показаний приборов, значит, мы можем судить, что значит, у нас ток почти в 3 раза больше. Да? Здесь вот стоит на делении 3 практически. Здесь стоит на делении 20. То есть 40 ватт, то есть надо умножать... А, даже не 40, а 2,5 на 300. Так, это какой у нас коэффициент получается? Ну ладно, потом посчитаем. Вы сейчас заснимете потом. Значит, здесь у нас... Сорок с половиной, да? Ну, напряжение вот здесь как бы понятно. Здесь в 2300, значит, предел шкалы в два раза надо умножать. Здесь 220, а здесь 80 на 2160. Ну, я как-то, в принципе, говорил.
Вот они подключены, вот устройство подключено. Вот вход, и он там может зажать выход. Вот идет нагрузка. Все, вот нагрузка. То есть, опять видно, никаких там дополнительных проводов ничего нет. То есть, это именно все. Короче, счетчик подключим электронный, да? Да, давайте. Значит, данные был замер, произведен стрелочным прибором, да? Стрелочным прибором. Давайте попробуем электронный на входе. Поставим сейчас. Видите? Нет. Стрелочные четко показали. Какая разница? И надо при этом заметить, что экономия топлива, на котором работает бензогенератор, от 30 до 40%. В лабораторном самом хорошем варианте до 50%. Да. В идеальных условиях до 50% мы добиваем. Не, уберу пока. Ладно. 300. Ну ладно, сейчас. Соображу что-то. Не соображу сразу. А, надо еще завести. Ну, вот это может завести. Зачем? Вот так дерну. А, кнопку. Потребляем 103 ватта, 104. Мы потребляем с бензогенератора. Да. А здесь мы даем. Так, ну давай считать. 300, 750 ватт, да, здесь, значит. 150, 750 разделить на 150. Сейчас коэффициент посчитаем. Вот, сообразил. 450. Нет. Так, 750 разделить на 150. 5. То есть показания нужно умножать на 5. То есть 50 на 5, 250 ватт. Да. Потребляем 100. Потребляем 100, 250 выдаем. То есть включаем, можно показать? А видно там вот, вот, 160 вольт. Надо вам умножать напряжение на 160. Из-за низкого напряжения. Они ничего не дадут там.
генератора берем 100 ватт, лампочка 250. Когда ну 150 вольт, 150 вольт. А? 150 вольт. Ну 150, 160, там где-то здесь есть, видишь, вот, не 60 вольт, сейчас. 45 вольт. Ну, напряжение может добиться любого, используя согласующий трансформатор на выходе. Так, ну все, все выключаем. Все выключаем. Все. Далее, на наш взгляд, самое интересное и революционное. Так. Теперь нужно нагрузку переключить сюда. Сейчас, одну минутку. Так, для того, чтобы продемонстрировать третье устройство, мне нужно переключить нагрузку лампочку вот туда. Сейчас я двину. То есть я представляю третье устройство. Третье устройство представляет из себя автономный источник питания, который мы будем использовать как прототип электромобиля, современного электромобиля. То есть литий-ионный аккумулятор питает систему, питает нагрузку, и эта же система одновременно заряжает этот аккумулятор. Работает нагрузка и практически не разряжается. Так, ты закрыл все, да? Ты аккуратно там закрыл? Да, давайте сейчас вам покажем, что здесь нет ничего. Аккумуляторов ничего. Так, вот, так, быстренько. Покажи, вот, пожалуйста. Да, аккумуляторов нет, конденсаторы, диодные, там, катушки индуктивности и так далее. Слышь, так, я не отключу, потому что не включу. Используем китайский инвертор киловатт, который, конечно, киловатт не держит, держит 500 ватт еле-еле. Если держал киловатт, система работает гораздо надежнее. Так, вот сейчас я подключу, значит, литий-ионный аккумулятор. Так, литий-ионный ключ. Так, ну что, включаем, значит, качество нагрузки, опять же, лампа на крайней мощности 500 ватт. Ну, и сейчас будет видно, вот у нас провод, который, значит, у нас значит, вот у нас снимается, а вот этот провод минус общий. Значит, это у нас идет на заряд. То есть мы можем померить токи разряда заряда. Коэффициент где-то 1,3-1,4 коэффициент середины. То есть, грубо говоря, 40% мощности отбирается сюда. Вот я включаю. Так. Клещи меряют постоянный ток. Вот я ставлю, потому что здесь ток постоянно. Вот А постоянно. Ампера. Угу. Давайте померим. Вот, допустим. 36 ампер, да? Расходуем. Ампер. Так, а вот, вот 8 ампер возвращается. Третья часть, грубо говоря, возвращается зарядка.
То есть, в принципе, можно достичь, вот сейчас у нас собирается установка, уже с применением современной электроники, более точно. Собирается установка, где коэффициент будет в два раза и больше. Вот. Хочу обратить внимание, почему у нас немножко занижен коэффициент. В данный инвертор удачи. Прямоугольные импульсы. Со всеми катушками индуктивности прямоугольная форма напряжения не очень хорошо работает, поэтому плохая такая дача, не совсем хорошая. Вот. И поскольку? Мне сейчас пункт поставить, да? Да. Что ты с вами? Что? А что, я не хопс? А. Хопс или катушка? Не, тут все нормально. Напряжение давайте на лампе померяем. А я показал уже. Да. Ну, вот, допустим. 35 ампер. Ну столько же, вот 8 ампер возвращается на зарядку. Ну считай, 500 ватт, грубо говоря, где-то 30. Чуть побольше. Ну с учетом того, что он такой китайский, тут написано одно, а на самом деле другое. Но 12 умножить на 30, сколько получается у нас? 300 чем-то ватт. 300 с копейками, около 400 ватт. Напряжение. 207 вольт. Ну, не добирать немножко. 206.
Грубо говоря, если лампочка... А 120 ватт здесь нету сам. Ну, грубо говоря, лампочка на 500 ватт. 220 вольт. Если где-то 206, но где-то 480-490 ватт здесь есть мощность. И плюс еще 8 на 12 квадрат идет. 80. Так, 8, почти 90 ватт у нас идет на заряд. То есть, 4, ну, короче говоря, потребляем мы... Отдаем больше, чем потребляем, да. Вам была сейчас продемонстрирована серия экспериментов с сетевым трехфазным вариантом. Автономный источник электропитания от аккумулятора, самозаряжающийся, и да, автономный от бензинового генератора. На этом пока все. Ярослав, пока. Привет. Господин Федонат, привет. И аппарат хорошо работает, скажи мне.